Директор санатория вспоминает, что 15 лет назад на этом месте, кроме камыша, ничего не было. Однако мечта построить детский оздоровительный лагерь оказалась сильнее трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Теперь в 300 метрах от моря располагается современный санаторный комплекс для детей со всей страны. Все климатические условия в Анапе настроены на то, что нужно приехать, отдохнуть, еще и подлечиться. Это так замечательно. Поэтому в 2005 году мы построили медицинский корпус с лечением, особенно дети с органами дыхания, это сам, как говорится, Бог велел в Анапе лечить. Поскольку у нас такие пляжи шикарные, а ведь все знают, что у нас песок состоит из кварца, и вот нагреваясь на солнце, он кварцует воздух. То есть одна небольшая, огромная ингаляторий. Все дети также проходят лечение. В их распоряжении современный медицинский центр, где применяют инновационные технологии. В распоряжении санатория есть аппараты ингаляции, йодобромные, хвойные, жемчужные ванны, а также подводный душ-массаж. Активно используются и лечебные сульфидно-иловые природные грязи из Темрюкского района. Такие аппликации эффективно помогают при кожных и простудных заболеваниях. Дети приезжают к нам с заболеваниями хроническими, то есть позвоночника, все дорсопатии, простудные заболевания, фарингиты, синуситы, значит, период ремиссии. Здесь оздоровление проходит детей, то есть это профилактика ихних обострений, лечение обычно очень эффективные процедуры. То есть мы даем как бы им здоровье на весь учебный год. Предусмотрена и насыщенная игровая программа. Как говорят сами дети, скучать им не приходится. Ежедневная занятость – одно из основных преимуществ санатория. Творческие кружки, спортивные секции, познавательные уроки и даже курсы юного режиссера. Сейчас в санатории «Глобус» проходит туристско-краеведческая программа, в которую входят уроки биологии, географии, ботаники и ориентирования на местности. Хорошая практика. В школе как бы проходят они все азы природоведения, биология, география и так далее. А потом сюда к нам приезжают на практику, где их научат и палатку расставить, и правильно рюкзак уложить, и виды костров изучают, и различные виды узлов, которые пригодятся при переходе через речку или других условиях. Дети с комфортом могут отдохнуть в благоустроенных жилых зонах с отдельными ванными комнатами и необходимой техникой. У сотрудников «Глобуса» есть множество планов по развитию санатория. Вскоре территория оздоровительного лагеря может пополниться теннисным кортом и необычным палисадником с редкими растениями. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.